Ладно, три фразы буквально скажу про артикли. Значит, смотрите, артикли у нас два. У нас есть, ну, вообще их четыре на самом деле. Ну, для простоты пока что возьмем два. Значит, определенный артикль в большинстве случаев переводится как тот самый, да? Если вы говорите «bring me the chair», имеется в виду, ну, это будет переводиться как «принеси мне тот самый стул». Значит, что значит тот самый? Тот самый — это значит, что он единственный в комнате, первый вариант. Либо это вы уже об этом стуле говорили, да? Если вы говорите «bring me a chair», это будет значить, что «принеси мне любой какой угодно стул». Значит, «the» — это тот самый, «a» — это любой какой угодно. Вот. Значит, насчет неопределенного артикля. Неопределенный артикль, во-первых, не ставится перед множественным числом. Во-вторых, значит, если существительное начинается с гласного звука, обратите внимание, что именно звука, а не слога. Да, то есть, если у вас, ну, то есть там просто есть некоторые, ну, вот слово «our», допустим, да, он начинается с согласной H, да, но так как H немая, она не произносится, то у нас звук получается гласный «our», да, поэтому перед словом «our» пишется артикль «n», потому что «n» ставится перед существительным, который начинается с гласной. Значит, и четвертый артикль — это нулевой артикль, это тогда, когда артикль не ставится. Вот, допустим, те случаи, когда у нас неопределенное какое-то существительное во множественном числе стоит, у нас условно ставится нулевой артикль. Вот. Понятно? Или какие-то подробности про артикль еще нужны?